Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Пришла мне вот такая посылочка от фирмы Беркинг, и в ней пришли воблеры, товары для рыбалки. Очень понравилась мне данная фирма, понравились воблеры, довольно уловистые. Не знаю, как у кого, но у меня данные воблеры данной фирмы ловили безупречно. Не было такой рыбалки, чтобы я пришел домой без рыбы. И всегда выручали именно беркинговские воблеры. Такие вот наклеечки. И 4 новых расцветки. Новая модель. 115 воблер. Новинка 2018 года. Вскроем и рассмотрим их по отдельности. Очень мне понравилась у данной фирмы расцветка, которую все называют арбузик. Здесь данной расцветки нет, чтобы вам ее показать. Но многие, кто сталкивался с данными воблерами, знают, про что я говорю. Такая довольно глянцевая расцветка. Копия это на MaxQuad 115-й. BaseQuad 115 от фирмы Беркинг. F-ка всплывающий. Довольно глянцевая поверхность. Хорошо все отлакировано. Крючки, как всегда, острые. Петли проклеены. Все безупречно. Вскрою, обмерим их, взвесим. Все упаковано, как видите, такие вот коробки. Приятно взять кому-то в подарок. Такая вот интересная глянцевая расцветка. Надписи на спинках. BaseQuad 115F. Отлично сделаны глазки. MacTiger. Расцветочка довольно знаменитая у многих рыбаков. Не буду ни с чем их сравнивать, но для китайской фирмы, фирма Беркинг делает довольно качественные и хорошие воблеры. Кто на них ловил, многие их хвалят. Не надо там доказывать, что что-то лучше, что-то хуже. Я говорю именно про данную фирму, что мне воблеры, лично мне, очень понравились. Если кому-то не понравились, то это, опять же, ваше личное дело. Здесь такая матовая поверхность. Шумовые. Такая вот интересная расцветка.
Не знаю, с чем ее сравнить. Под карасика. Чем ее будет воспринимать рыба? Глянцевая поверхность. Очень хорошо все отражается. Надпись есть, но за счет вот такой вот спинки в виде сотов особо не видно, что написано. Также написано «Бой сквад 115». Лопатки прозрачные, петельки, ну, крайнички острые. Сейчас возьму весы, взвешу и обмерю рулеткой. Измерим от петли до петли 115 ровно. Но если измерять от начала лопатки до конца петли, то почти 130 получается. Примерная ширина воблера 1 сантиметр 7 миллиметров. Но это примерно. Ну, теперь взвесим. Должны быть в районе 16 грамм. Шестнадцать, 15 16 25 16 39. Ну, 16 грамм соответствует, ну, как видите, по сотам. Я считаю, это небольшая погрешность. Главное, что соответствует весу в 16 грамм и размер 115 сантиметров. Друзья, вот такие вот воблеры, новинки 2018 года. Ссылки будут в описании под видео. Заказывайте, рекомендую. Довольно хорошие воблеры. Всех благ вам, вашим близким. Подписывайтесь на канал. Дальше будет намного больше интересного. До новых встреч, друзья!